Ой, ребята, вы бы знали, как сладенького-то хочется. Ёлки-палки. Только вот что из сладкого в Майнкрафте есть? Ну, давайте подумаем. Торт и что? И мед. И кажется, все, больше ничего в Майнкрафте сладенького нет. Но торт это долго. У нас есть местный пчеловод. И я уже подготовила алмазики, чтобы закупить у него пару бутылочек с медом. Живет он у нас на окраине деревни. И именно к нему мы сейчас с вами и отправимся. А вот и его дом. Что это он там внутри прыгает, бегает? Что он там делает? Надеюсь, он не занят, и у него есть парочку бутылочек меда. Здравствуйте. Можно войти? Я хочу у вас купить немножко меда. Здрасте. День добрый. Здравствуй, здравствуй. Так. Слушайте. Ой, у вас тут так как-нибудь узенько. Можно я выйду? Слушайте, хотела... Ух ты, это все, что у вас есть? Так, а что это? А у вас есть мед? Извините, я хотела бы мед купить. У меня тут алмазики есть. А, ну на, угощайся без проблем. А сколько с меня? Месяц, сколько с меня? Ну, мед, но он же не бесплатный. Тут меда всегда много, ты еще? И в смысле бесплатный мед? О, господи, бутылочка меда. Вкусняшка. На, попробуй, скажи, что тебе нравится. В смысле, а вы уверены? И точно не надо платить? Ну, пробуй, давай, не выпендривайся. Господи, прекрасно, он такой сладкий. Кажется, у меня задница слиплась. И там мед, который воспроизвели, кстати, эндер пчелы. Кто? Ой, господи, а что это? Пчеля, здравствуй. Я недавно начал открывать новый вид. Смотри, это алмазная. Алмазная пчела? А что она несет, алмазы? Пчелка, редстоун. Погодите, погодите, редстоун, окей. А в чем приколюхи вот этих вот пчелок? Они несут какой-то необычный мед, просто вот этот мед. Зомби-пчелка. Вау. А зомби-пчелка какой мед несет? Ну... Там своеобразно немного, но что получается, то получается. А у алмазной, она что, алмазный мед несет? Мед, и плюс еще из этого меда можно немножко отсеять, и получится алмазик. Да что, правда? А эндер пчела? Ну, там немножко сложнее, там либо эндерляк получается, либо хорус, иногда может быть обсидиан. Ух ты. Круто. А сверху что это у вас тут? Что это такое? А это прибамбасы всякие. То есть смотри, оп-оп-оп, ребята, подходите, подходите. И они за тобой идут. Ой, видишь, смотри, пчеля, пчеля, пчеля. Где? Вот тут есть пчеля. А, улетели, да? Блин. Слушайте, а если вы вообще вот такой щедрый, я так понимаю, у вас очень много меда, а может быть, вы бы меня еще и ремеслу своему обучили? Я бы вам помогла, я тут вижу у вас столько улей, вы, наверное, не справляетесь один. Можно вы меня научите с пчелами контактировать там? А. И как бы мед нацеживать, но я просто мед очень люблю. Блин, ну тогда давай так. Хочешь своя пасека сделать, я тебе ресурсы дам. Так. И ты, ну иди сюда, поняла? Вот так. Где делай своя комната. Вот сюда. А как? Повторить вот эту вашу комнатку выходит? Что-то похожее сделай. Так, ладно. Так, ну давайте, наверное, вот так вот. Ну, я, наверное, просто вашу скопирую. То есть, так. Ну, тебе не обязательно копировать. Тебе нужно сделать просто из стекла квадрат, чтобы там внутри можно было поместить пчелиный улей. А, ну окей, ну ладно. Ну, так вот тогда сделаю. Думаю, будет нормально. Так, так, так. И вот тут вот закрываю. Так, а у меня не хватит вверх. Вот так. Или поменьше надо было делать? Ну, что тебе учить надо? Надо вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так делишь. Ой, только двери тут, походу, нет. Погодите, а давайте дверь сделаем, наверное, вот тут вот. Вот тут вот. Так, ну, хорошо, это мы сделали. Две двери надо. А две двери это, окей, сюда. И вот тут вот, да? Одна дверь делится. Нет, 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 а как, нет. А как? Ой, ё-моё, очень бляганый ханзи. Так, смотри. Так. И дверь вот тут вот не так стелится. Смотри, вовнутрь зашла. Так. Вот на этот блок навелась. И вот, видишь? Окей. Наружи появилась. Чё, да ты не столько. Сделай дверь еще одну внутри так на. Вот так, на крайний блок. Вот так. А зачем? Вот. А зачем двойная дверь? А теперь смотри, ты вот так берешь. На, водичка бери. И зачем? На верхний блок посерединке в проходе жми. Да. Опа! И у тебя вот такая вот блокиратор получилась. А пчелы что, вылетают, если тут не будет воды? Конечно. Они что, дверь умеют открывать? Я тебе так все. Эндер, пчелы телепортируются умеют. Окей. Вау. А какие у меня пчелы будут? Они изначально будут обычные? Да, вот тебе дубовый улей. Хорошо. А теперь и коробка для расширения. Коробка расширения... О, господи, как это делать? Вот так вот? Нажимай и сверху, да. Так. Теперь, допустим, алмазная. Так, алмазная. Вокруг него алмазами
Так, шинь-шинь, расставляй. А куда, вниз надо? Вот так вот, да? Ага. Окей. А зачем? Чтобы появилось... А, чтобы... Я так понимаю, обычная пчела станет алмазной пчелой? Ну, почти. Мы сейчас с тобой пойдем уже готовых пчел ловить. Ну еще вот эту можешь поймать. А, еще вот, мне нужно 5 блоков поставить возле него. А, окей, понял. Вот, все, 5 блоков. Блоков готово, все, пошли. А теперь выходим. Выходим, и что делаем теперь? А теперь бери вот пчелиный клетка. И куда? Ловить пчел пойдем? Ух ты, а куда столько много-то мне? Да, конечно, да. А вот теперь смотри, вот видишь, там это маленькие пчелки появились. Заходи вовнутрь быстренько и хватай алмазные пчелки. Хватанула. А сколько? Все 5. Все 5? А зачем так много? Окей, взяла. Да. А теперь бежим отсюда. Чтобы... О, все, бегу. И что? У меня все 5 пчел. И куда так, их теперь? И обратно. И сюда я их должна выпустить, окей. Да. Ши жмешь и вот так вот, прям рядом на алмазный блок нажимаешь. Где-то, короче, нечаянно похоже. А, не, все нормально. Куда жмешь, на алмазный? Да. Вот смотри, стой. А где? Нажимай на дубовый улей. Видишь, у тебя они сразу же там поместились. Ого. Ой, а вот это... А, это, ну, чуть-чуть глупенький, она сразу не хочет. Но она сама со временем поймет, что здесь улей есть, и к нему надо. Ага, удерживайте shift, чтобы узнать больше. Тип улей, продуктивность средняя. Ого, елки-палки, поведение дневное, выносливость средняя. Отношения нормальные. Елки-палки, а тут столько всего, и чё? Да, отношения испортишь тебя, они жалеть будут. Ладно, и что дальше? А теперь смотри, мы вот эти все улей мы делаем, заходим вовнутрь. Потом на улей жмешь. На улей жмешь? Не. Вот на эти улей жмешь. И видишь, золотые соты, алмазные соты, все такое. А что с ними делать, с этими сотами? Бери с собой. А взяла алмазные соты, хорошо. Так, ищем здесь. Так, где мой инкубатор? А, вот она. Вот, Миш, механизированный центрифуга. Да. Правой кнопкой жми. Нажала на него, и что? Соту положи слева. Слева? О, погоди, а у нас генератор меда закончились, да? А что, а как его запустить? А погоди, нам нужно... Так, пустой, энерджи, пустой, так. Ого, нифига себе, у меня алмаз вышел. Это норма. Да, а если его улучшать, то получится разные приволюхи, смотри. Золотые соты. Да. Золотой видишь, слиток. Всякие есть. Улучшение. О, улучшение. Антителепорта. Их можно справа поместить. А что оно даст? Что это такое? Увеличить производительность пчел в этом улье. А, погоди. Так это ж не улей. Он еще и на центрифуге. Он работает, улучшает не только улей, конечно, но ты понял. При установке в улей он дает 5% шанс появления нового детеныша пчелы из улья каждый раз при доставке. Слушайте, тут так много бафов, и я толком не понимаю, а зачем тут столько много бафов-то, елки-палки? Ну смотри, центрифуга. И сот вытаскивает ресурсы. Ага. Потом, смотри, генератор меда. А зачем туда вставлять вот эти бафы всякие, вот генератор вот этот меда? Нет, в генератор меда нужно банки меда положить, чтобы он работал. А вот эти вот, вы мне дали всякие улучшения. Улучшатели? Да. Улучшения позволяют, чтобы он быстрее работал. То есть ты наложили, он будет гораздо быстрее перерабатывать все это. Потом, смотри, разливной машина, видишь? Вижу. Тут так же работает, но мед есть, и, конечно, ты уже все закончила, да? Все закончила, а в чем смысл вот этот вот мед, а что? А зачем вот это вот генератор меда? Зачем мы сделали? В нем есть мед, а смысл от него? Этот мед, он как энергия работает, видишь, он берет центрифуга, гоняет, потом разливной машина мед заливает. Ну, правда, туда немножко по-другому заливать надо, но это ладно. Есть пчелиная ловушка. Ой, давайте вот без этого, вот очень много всего, давайте, наверное, вот что-нибудь самое основное. Вот нам с ребятам столько давай информации. Давай познакомлю это... сначала пчелками. Вот у меня пчели есть. Золотые, динамитные. Ты где динамитные? Ну, здесь есть динамит. А вот это слайм пчел? А что слайм пчелы делают? Слизь генерирует. Ой, ну она же бесполезная. Зачем она нужна? Ну, кому-то нравится. Вот по мне, ребята, мне кажется, самые балдежные пчелы вот это вот как раз-таки алмазные, потому что они алмазики тебе дают. Я так понимаю, то, что стоит снизу, они то и генерят, да? Ну, они там берут, кушают. Они это кушают, а потом в улей несут. Хорошо, а что
Что вы смотрите? Вот обсидиановые пчелы. Вот что они делают? Они очень долго это делают. Обсидиан, динамит, изумруд, они это очень долго. Алмазы очень быстро делаются. Ну, наверное, потому что как-никак это обсидиан. Его и добывать так-то очень сложно. Редкость моя. А что это такое? Улей из драконьего яйца. А это прям эндер-драконовые пчелы. Я все жду, когда что-нибудь получится. Она очень-очень долго делает. О, это самые долгие пчелы, которые могут делать. Так они что, яйца дракона, что ли, создают? Ну, не яйца дракона, а какой-то ресурс должен быть. Но я еще сам не знаю, что у меня получится. Магмовый вот у тебя. Костный есть. А, там не видно, да? Заходи сюда. Заходи, заходи. А вот вкратце, а что магмовые делают? Там магмовые. Нифига себе, скелеты! Магмовые. Они выглядят вообще балдежно, это жесть. А что они все в улии сидят? Это типа они там... Они перерабатывают сейчас. А, понял, понял. Они потом выходят оттуда, да? Да. Ну, здесь я чисто алмазы, чтобы деньги поднять. Поэтому я тебе говорю, деньги мне не нужны. Вот я ж поняла, у вас тут... Это у вас выходит, вот здесь у вас два стака алмазов. Так погодите, вот здесь и вот с этих сот это сколько? Офигеть, сколько алмазов, я в шоке. Я тупо... в шотцах. Ну, ты же видишь, я стак туда почти положил, а в итоге 21 алмаз получил. А, не из всех выходят, да? Все, я поняла, поняла, как это работает. Знаешь, откуда, например, брать надо? В смысле, откуда? Ну, из пчел. Но я же не буду своих пчелок грабить. Вы же их разводите, выходит. Смотри, в лесу находишь улей, иди сюда. Хорошо, но это не улей. Да, это улей. И чё? И? Прям бери жемчуг, прям в него, короче, shift зажимай, кидай и пошли ко мне. Ребята, что-то непонятное происходит. И куда? Ну ладно, давайте раз. Два. Ёлки-палки, где мы? Это что? Это пчелиный мир? Это улей. Погодите, мы внутри улья? Сейчас пчелы заметят, что мы вовнутрь зашли, нам хана. А зачем сюда обычно? Ну, заходите, заходим. Ну, чтобы мед потырить. Смотри, это мед, знакомься. Видишь, мед? Его прям так можно, типа... О, господи, задница сейчас слипнется, как вкусно и сладко. Ага, ага, слышишь? Чё? На, хватай. Чё? Наливай, что есть, в руки. Сыс, офигеть, Так, ладно. Окей, а это какой-то мед странный, погодите. Ёлки-палки у нас. Ты откуда берёшь? Слышишь? Ой, ты же не готовый улей. Бери вот отсюда. А чё вы раньше не сказали? Погодите, на меня сейчас пчёл нападут, у меня какой-то дебафис. Я знаю. Погодите, это называется... А чё вы мне не сказали, чё брать-то надо? Я не тот, походу. Это называется враг народа. Враг народа, так, окей. Беру. Если выпендриваться будут, хватай их все, типа, да? У тебя клетки остались? Типа, нет, я все потратила, все клетки. Блин, погодите, а что вот это вот я набрала? Что это? Ну-ка. Ух ты, спешку мне дает. А что это такое? Ну, это не до конца переработанный мед. А, окей, понял. Хорошо, погодите, погодите, нам не дебаф висит. Жидкий мед не трогай. Бери мед. Жидкий мед не трогай. А вот это что? О! Блок меда. Погодите, там меня пчелы. Защищаемся. А когда этот дебаф пройдет? Погодите, мне что, бить их надо? Пока. Нет. Пчелы на тебя сагрились. Так, блин, я забыл, что тебе надо было помазать, чтобы на тебя пчелы. Я поняла. В общем, пока мы здесь, нам ничего нельзя трогать, потому что пчелки будут злиться, правильно? Да. Так, ладно, хорошо. Ёлки-палки, это мы бегаем по сотам. Балдёж. О, нашёл. Вот это надо собрать быстро. А что это? На, ещё бутылки остались? На. Да ёлки-палки, офигеть, у меня... Так, бутылки. Побольше мёда. Нам надо генераторы запускать. Мне сейчас пчёлы таких пилюлей вставят. Они уж летят на меня, походу, нет? Нет, я тебя ещё защищать буду. У меня есть ещё защита. Всё, я наполнила все баночки, что у меня были. А что, какая защита? Эта штука ещё больше пчёл привлекает. В смысле, какая? Где? Удочка с сотами. А. Ну, слушайте, тут по факту. Слушайте, у меня такой вопрос, а что вот там вот вдалеке такое зелененькое? Это что такое? Самый-самый свежий. Ну, он еще не готов. Это не готовый. Не готов? Слушайте, а там какие-то будто бы кристаллики непонятные. А туда не лезь, оттуда очень плохие пчелы, и охранники вылазят, больно будет. А, все, поняла. Погодите, так это выходит, мы сейчас с вами украли мед у пчел? Да. Слушайте, а тут полноценный биом, а что внутри вот здесь? Ты еще аккуратнее, видишь, дыка? А что это? А что это там? Есть шанс, что оттуда высунется мамка или папка и будет тебя жмякать-жакать. А я вижу. А я хочу попробовать. Нет, ты подай. Рилли вылезла. Ой, зачем ты это? Я не знаю, мне захотелось попробовать. Теперь она на тебя смотрит. Они все на меня смотрят. У меня дебаф 6 секунд. Сейчас он спадет, все будет окей. Улей какой-то необычный. Ну-ка, мне интересно, что это. А можно? О, блок электро... Кого?
Они, кстати, когда тебя ужалят, яд на тебя повесится, и ты будешь больно очень сильно страдать. А если тебя ужалят несколько мух, ты умрешь. Почему мух? Это же пчелки. Ну, пчелка, муха, слизняк, Ну да, все одно, слушайте, а тут такие необычные. Я хочу их взять, я хочу поставить эксперимент. Что это такое? Это блок золотых сот. Вау, это необычные соты, все, я беру. А как это делать? Ты чё? Собьте, она чё, приручилась? Ты её накормила, и она от тебя отстала. А, вообще имба. Окей, я хочу вот это вот. А это что такое? Блок магматических сот. Надо валить отсюда срочно. Всё, уходим всё, давайте. А как отсюда выйти? Так, давай, надо как пониже, ниже спуститься. Вот это вот возьму, ещё немножко возьму, ну а чё? Готово? Да. Готово. Как выходить? Рассказывайте. Да иди сюда. Тише. Чиляй сзади. Всё. Молчу. Так, бежим. Так, готово? А, ничего-то не едят. Раз, два, три. Прыгай. Куда? Прыгай. Там пчёлам плохо, Жрут, бейте. Офигеть. А куда мы? Погодите. Мы наружу. Ага, это так делается? Вы под себя ломаете и... Ага, готово? Готово. Три. Два. Один. Ёлки-палки, ё-моё. Офигеть. Мы живы. Ё, и чё теперь? И где? О. Пошли теперь это. О, кстати, вечер уже наступает, поэтому нужно будет пойти отдыхать уже. Погодите, а вот смотрите, у меня очень много меда, у меня всякие соты необычные. Чё с ними теперь делать? Это магматические соты, золотые соты, электрические. А, это себе ставь. Главное, бутылочки, которые получили, вон в сундук иди положи. А, окей, хорошо. А вот, вот эти вот, что-то там непонятное. Сахар, вейд, вот. Что там, сахарная какая-то вода, что ли? Как и клип. Ну, в общем, я все пока что положу. Вода. Вот, я все пока что вам положу. А, наверное, все остальное, может быть, я тогда в свой улей ткну вот эти вот блоки сот. Но это же что-то необычное. Смысла нету. Смысла вообще? Ну, ладно, хотя бы для красоты поставлю. Ух ты, блок меда. А что с ним если можно? Если тебе прям охота, можешь прям так и сделать. Можешь попрыгать на него, потом лизнуть и покушать, а потом вспомнишь, что ты грязными ножками по нему бегала. Съела его? Я бы съела, но он что-то как-то не естся. Хорошо, я поняла. То есть я могу к вам приходить в любой момент. А может быть вы в следующей серии расскажете мне про какую-нибудь из пчел более подробно? Например, про вот тех вот пчел, которые с кем там? Драконьи пчелы, эндердраконьи. Это драконик пчеля, которая живет в такой вот драконий маленький яичко, который нельзя. Да ладно, а я думала, это я эндер яйцо. Вау! Драконий яичный улей. Что-то название какое-то непонятное, но я понял. В общем, ребята, напишите в комментариях, какие пчелки вам понравились больше всего. А я попрошу в следующей серии вот этого замечательного пчеловода рассказать мне немножко подробнее об этих пчелах. А может быть и не об этих. А может быть вам больше понравились динамитные пчелы. Я, кстати, так и не поняла, что из них. Динамит, что ли, делается? В общем, напишите в комментариях, какие пчелы вам понравились больше всего. И именно их мы и изучим в следующей серии. Ну, а я буду с вами прощаться. Кстати, да, уже темнеет. С вами была Фласочка. Всем удачи. Пока-пока. Ставьте лайки, смотрите видео слева и справа. Все. А еще подписываться не забывайте и колокольчик жать. Я тогда пойду. Спасибо вам большое. Давай. Всего хорошего. Я пошел отдыхать. Спасибо. Больно. До свидания. Ой, ща Ричи расскажу. Но он, как всегда, не поверит. Впрочем, ничего нового. Слушайте, я пришла за медом, а по итогу-то я весь мед выходит отдала. Блин. Ладно, завтра приду.